Куда, куда вы удалились, весны мои, золотые дни? Уважаемые телезрители, мы вынуждены прервать прямую трансляцию оперы Чайковского «Евгений Онегин». Следующая прямая трансляция одноименной оперы завтра, в это же время. Восьмой Ленский за сезон, подумал Пронин. Пора принимать меры. Интуиция подсказывает, один не справлюсь. Агент 02 на связи. Приступаю к операции «Опера». Прошу задействовать группу поддержки. Сигнал к выступлению. Красная ракета. Ты куда собрался, милый? В оперу, родная. А что там сегодня дают? Сегодня там будут давать показания. Позже верну. 1 миллион, 2 миллиона, 5, 7, 12. Да-да? Здравствуйте. Я по объявлению на роль Ленского. Ну, раз так, спойте чего-нибудь. Что-нибудь из классики. Кальман, ария мистера Х. Цветы роняют лепестки на песок. Никто не знает, как мой путь одинок. Живу без ласки, грусть свою не тая. Всегда быть в каске, ой, всегда быть в маске, судьба моя. К сожалению, вы нам не подходите. Во-первых, на завтра Ленский у нас уже есть. А во-вторых, мы ищем лирическое бельканто. А у вас, я извиняюсь, ярко выраженный колоратурный бас. Так что, фигурально выражаясь, идите, откуда пришли. Полный провал, думал Пронин. Такого со мной еще не было. Но все равно во что бы то ни стало необходимо добраться до места преступления. Любой ценой попасть на сцену. Что ж, придется пойти на крайние меры. Гражданочка, простите, который сегодня спектакль? Лебединая. Ой! Thank you.
Полный. Вы кто? Мы Ленские. Так вас же всех поубивали. Это у Пушкина. А на самом деле мы тут сидим, прячемся. Это у нашего директора такой режиссерский ход. Раньше зрителей в театр силком не затащишь. А теперь, после первого трупа, ни одного лишнего билета. Мадам, судите сами. Кто же откажется посмотреть, как убивают в натуре? Все ясно. Преступник – директор театра. Преступный директор задержан. При нем обнаружена крупная сумма денег, акваланг и фальшивые документы. Я тебя сразу признал, мент. Но ничего, мы еще встретимся. На суде. Можете опустить руки. Остальные вне подозрения. Мошенник пойман и обезврежен. Докладайте, старшина Пилипук, у драмтеатре омлет порубал шашкой заслуженного артиста. Ну, Гамлет, погоди.